Ну вот мы и вернулись. Пока автомобилей в автостопе мало, потому что ну, дилеры у нас спят. Ничего, скоро на ЦГЯ приедем и, как всегда, по снегу будем снимать. Как-то летом не судьба была. Что за это время изменилось? С того момента, когда автостоп немножко в спячку лег, ну потому что ремонт я делал. Ой, много чего изменилось. Открылись новые сервисы, люди стали работать лучше, качественнее и дольше. И вот автостекло у Альберта теперь работает до 8 часов вечера. И поэтому мы сегодня вот в 8 часу вечера приехали сюда, чтобы показать, что работа кипит. Люди делают, переставляют стекла, ремонтируют трещины. Хотя, учитывая цену стекла, здесь в сервисе автостекло у Альберта вам трещину не стоит ремонтировать. Просто приезжайте сюда. Теперь уже можно и даже работникам комбината каждый день недели после пробки сюда заехать, потому что работают до 8 часов вечера. Чем не показатель успешной работы? Не знаю, как вас, но меня эта ситуация достала. Магнитогорск – город с градообразующим предприятием. Предприятием, цикл работы которого 24 часа. Но большинство бизнесменов тупо теряют выручку и работают до 5. И если это не лень и не обжорство от навороченных цен, то вы меня поправьте. И так вот получается, что суббота-воскресенье становятся проклятыми днями. В субботу проклинают автослесари, потому что работы хоть отбавляй. В воскресенье автомобилисты-металлурги проклинают отдыхающих автослесарей. Хотя вопрос-то может быть решен так, как это делается сейчас, в сервисе «Автостекло» у Альберта. Город металлургов живет своим напряженным графиком. И 6 часов – это только тогда, когда люди едут с работы. Но мы же все-таки для металлургов работаем. И что вы для них приготовили сейчас? Ну, мы приготовили то, что мы увеличили срок работы нашего автосервиса. То есть у нас, если раньше было с 9 до 6, то сейчас с 9 до 20 часов, до 8 часов вечера. Поэтому клиенты сейчас, как мы видим уже, они сразу оценили это достоинство. И сейчас после 6 часов работы вечера у нас только стало много машин к нам приезжать. Также у нас возрос уровень работы, да. Мы сейчас не боимся давать на установку пожизненную гарантию. То есть мы знаем нашу работу, мы удовлетворены тем качеством, которое вы выполняете. Мы клиенту говорим, что мы не боимся. Мы даем вам пожизненную гарантию на установку. Вот это слово «пожизненная гарантия» я бы хотел все-таки уточнить. То есть вы настолько в себе уверены? Да, конечно. У нас уровень подготовки персонала очень достаточно высок. Так как они прошли недавно обучение в Екатеринбурге. У нас есть на это сертификаты, которые могут прийти, каждый клиент убедиться. Мы достанем и покажем, что на этот мастер у нас прошел обучение. Вот, и мы даем на это пожизненную гарантию на установку стекла. Пожизненная гарантия – это еще и ваши новые материалы, и ваши новые технологии, правильно? Да, это все так же включается. Ну, как бы клиенту, чтобы голову, как говорится, не забивать, пускай он не волнуется. Мы каждый год обновляем все свое новое оборудование. Мы следим за новинками, которые применяются при установке стекла, и мы стараемся применить так же, чтобы это было быстро и качественно. Также у нас проводятся акции. У нас было недавно 5-летие, как говорится, автостекло сервису. Вот. У нас проводится акция на покупку стекла классику, восьмерки лобового стекла. Установка бесплатна. Поэтому эта акция длится с 1 ноября по 31 декабря. Поэтому всех, у кого есть машины, воспользуйтесь тем шансом, приезжайте к нам и установите стекло бесплатно при покупке данного стекла. Ну, разрешите вас поздравить. Мы немножко в два раза старше, но все равно 5 лет мы вместе с автостеклом Альбертом. Автостоп, я автостеклом Альберта. Ну, теперь уже так вот совместно существует. Спасибо большое. Приезжайте к нам. Мы будем всегда вам рады. И вот отсюда поподробнее. Пожизненная гарантия на вклейку стекла. И это не рекламный трюк. Дело в том, что здесь опыт работы такой, что в это трудно поверить, но в год минимум 3000 лобовых стекол меняется только этими специалистами. Для сравнения, в любом дилерском центре количество таковых в 10-20 раз меньше. А некоторые просто этого делать не умеют. Мало того, здесь ведь не берутся за все. Здесь учитывают горький опыт, горе кулинаров-автослесарей. Здесь занимаются профессионально именно автомобильным стеклом. При этом здесь не экономят на материалах, и пожизненная гарантия на вклейку может легко пережить а. саму жизнь стекла, ну и б. смену автовладельца. Да и кстати, повторим кадр, который меня лично поразил. Тут трепетное отношение к интерьеру вашего автомобиля. Здесь не засалят сиденье и руль. Да где же это все раньше было? То есть вместо состригания бабла и угваздывания в каку салона, здесь высокое качество и ответственность, и пожизненная гарантия. Наверное, это последняя съемка, которую мы делаем в 7 часов вечера. Потому что через неделю-две
темнеть уже будет в 6 часов вечера. А дальше только со светильником. Вот последние лучи уходящего солнца и последние предупреждения от сервиса автостекла Оливерта и программы «Автостоп». Если на вашем стекле образовалась трещина, а они образуются, потому что очень скоро в ваше стекло будут прилетать шипы, щебень, которым будут в большом количестве засыпать дороги, слава богу, потому что, не дай бог, в городе Магнитогорске солью будут сыпать, я тогда всем буду кое-что проминать, потому что я люблю автомобили, не ржавые, кстати. Так вот, трещина образовалась, печку сразу не вырубайте на полную, если вышли из машины и потом сразу захотелось тепло, потихонечку. Хотя зачем? Пускай образуется трещина, когда можно сюда приехать, в автостекло у Альберта, работают до 8 часов. Ассортимент стекла обширнейший. Нет только, пожалуй, заднего стекла на мой Porsche 944. Но это совет тем автомобилистам, кто думает, что надо покупать вот такие машины. Нет, ребята, машины должны быть распространенные. Тем более, что деньги тратить в преддверии эры электромобилей смысла нет.